Привет, друзья! Давненько я ничего не делал для своего канала, но на это были свои причины. Сначала травмировал бицепс, не мог в течение 3 недель ничего такого серьезного делать. Потом простудился, плюс еще всякие дела там были. Вот. Ну, теперь я более-менее восстановился, так что я возвращаюсь, буду пилить опять контент, кое-какой иногда. Тем более там еще обещал сделать видео про ноги. Сегодня в качестве теста текущей формы сделаю вызов со 120 секунд. Подтягивание он сейчас опять в тренде, поэтому why not? Почему бы не хайпануть, если получится? Так что давайте погнали, посмотрим, что получится. Сбился я, малец. Ну, посмотрим, на эти пересчитаю. Вот какая хрень. В общем, присмотрел я видео, сделал 43 раза. Ой, 43. 63 раза. Зря я спрыгнул на последнем подходе, слишком рано мог бы еще один раз потянуться. Но я рассчитывал спрыгнуть и опять запрыгнуть, сделать еще парочку, но в итоге ни то, ни другое. А сейчас попробую сделать широким хватом немного. Простить задачу, посмотрим, сколько получится у меня широким хватом. Пальцы будем, большие пальцы держать сверху, то есть обезьяний хват. Посмотрим, сколько получится. Я думаю, не меньше, может быть, должно.
Ну, в общем, последний раз я сделал 59, но я, конечно, был слишком самонадеян, когда говорил, что сделал столько же, даже больше. Как-никак я до этого потянулся на максимум, можно сказать, за 2 минуты. Так что, ну, результат нормальный. 63-59. Я думаю, можно будет через некоторое время повторить. Вот, когда окончательно восстановлюсь. Ну и начнем пилить что-то другое, разные сеты. У меня есть идеи, тем более вы писали мне, какие сеты делать. Спасибо за это большое. Я почти все читаю. Редко отвечаю, но читаю я почти все. Так что спасибо вам за это. До новых встреч. Скоро увидимся.